Пам. На месте. Вот эти штуёвину покрасил. Красота. Очередной мотик на ТОшке. Honda XR250. По креплению переднего крыла. Китайцы взяли и вот тут наварили на траверсу две гайки, чтобы крыло стало чуть ниже передней части. Наверное, если не наваривать, то оно будет вот вверх торчать. И теперь получается, что когда ты прикручиваешь крыло, оно у тебя прикручивается не всей плоскостью, а вот так под углом. Как бы на излом немножко. А если бы гаек не было, то был бы вот так. Ну, в принципе, тоже неплохо. Но будет вот так. Или вот так. Или так. Ну, если что, их можно срезать. Будет вот так. Далее, по вот этой штуке. Здесь прикручивается P-образная железячка. На нее прикручивается счетчик моточасов. Я ее прикручивать не буду, эту P-образную. А счетчик приклею на двухсторонний скотч прямо вот сюда. Краями. Даже будет удобнее, интересней. Вот эти отверстия квадратные нужны для протаскивания в них тросиков. Но в каком-то из положений, да, вот в этом, он на излом и сильно натянут трос сцепления. В этом, в принципе, нормально. И с тросом газа та же фигня будет. В крайнем каком-то положении будет на излом. И с задним колесом у меня какой-то трабл. Он вот свободно крутится. И вот в этом каком-то положении очень туго. Пока не понял, что это. Но в любом случае буду разбирать. Разобрался с этой штукой. Пилить не буду. Так как у меня счетчик моточасов здесь стоять не будет, я как раз тросики в среднюю и провел. Проходит и влево-вправо будет поворачиваться нормально, ничего перегибаться не будет. Проводку я провел с одной стороны в один квадрат отверстие, с другой стороны в другой. Аккуратненько тут все сейчас уложу, фару поставлю. Ручки, угол подрегулирую под себя. Я люблю пониже, чтобы в стойке было удобно управлять. А, да, чтобы протащить в отверстие, придется снять, то есть разобрать ручку газа полностью, чтобы тросик вынуть. Провод для счетчика моточасов выведен уже. Его остается только проложить в сам счетчик и прикрепить. А, да, хомутиками провода еще подмотать, чтобы не торчали. И будет первый старт. И у кого мотики с ПТС, вот этот выбитый номер на раме, ну, как-то защищайте, иначе его тросами пересирает, он становится нечитаемым, и могут быть проблемы с постановкой на учет потом. Делаю обрезание провода счетчика моточасов. Нет, сначала я его вклею все-таки. Как-то он там сидит неуверенно. Клей бешеный. Теперь делаю обрезание провода. Прям вот так вот. Прям вот столько. Далее отклеиваю скотч, площадку обезжирил. Ответственный момент. Пам! На месте. Вот эти штуёвины покрасил. Это была желтенькая, а это красненькая. А теперь они стали черненькие. А то прям клоунский какой-то мотоцикл и сделали. Именно эту версию. Все что ли, наконец-то что ли? О, да. Вот это отверстие я не знаю для чего. Но туда будет забиваться грязь. Я его заклею. Для слива воды что ли? Из ручки газа? Крепление ручек сильно не затягиваю, чтобы они немножко тугенько, но шевелились вот так. При падении
Лучше пусть он свернется у вас куда-нибудь, чем сломает скурок или еще что-нибудь. Слегка затягиваю. Так, чтобы он ходил. Так. И так. Оставляем чуть свободный ход ручки сцепления. Кайф. Что-то тут, конечно, не хватает, как приборки, да? Ну ладно. Оп, ручки черненькие. Красота. И вот этот батон оранжевый тоже хочу заменить как бы на другой. Что-нибудь под цвет надо взять. Черное, синее. Бенз я уже залил. Кран откроем, аккумулятор подключен. Подсос. Ключ на старт. Первое положение зажигания, второе положение с фарой. Горит сразу и габарит, и ближний свет. Так, это у нас стоп-двигатель. Правый старт. Не стартует. Почему? А так? А, надо сцепление выжимать. Там проводки два подходят. Оу! Вонючий какой. Хорош. Этим надо на улице заниматься. Ну все, первый старт прошел успешно. Будем обкатывать потихоньку. Тормозной шланг у меня проходит вот так. Тут через фару специальное место. Это крепление встает вот так вниз. Скобой. И здесь вот подзатянуть надо штучку. И с внутренней стороны он проходит. Можно с внешней протянуть, но я думаю, правильнее с внутренней. Кстати, регулировка фар-то есть. Вот болтик. Что? Люфт на новом мотоцикле? Жесть. Верхнее крепление, амортизатор люфтит. Нет, колесо смещено относительно крыла. Вот в правую сторону. Прям вот на глаз заметно. И еще горловина кривая. Со слегка искривленным горлышком. Она смещена и сюда, вот влево. И вот так наклонена. В общей сложности я не стал ставить на мотик 2,5 килограмма. Это задние подножки пассажира и боковая подножка. И может кто не в курсе, было 0,5 моточаса. А по такой подхожу, смотрю 1,4, не понял. Смотрю, у меня ключ зажигания включенный. Когда вот этот вот значок моргает, значит моточасы уже начинают считать. Имейте в виду это. Гайка крепления оси на 31. Где вот взять такой ключ? А гайка на оси маятника 21. Где такой головку взять? Ну блин, придумали. Почти собрал ГР-ку, остался в принципе сиденье поставить. Количество топлива закрутил на один оборот и холостой убавил. Мотор поднагрелся, подсос убрал. Сейчас без подсоса работаю. В принципе, все, сборка окончена. Следующее видео будет по регулировке клапанов. Посмотрим, какие зазоры с завода стоят. И если что, подрегулирую. Всем пока!